Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, я из Саратова, и в своем видео я вам покажу все, что я мерила в наших саратовских секонд-хендах. Начну, пожалуй, с главной находки марта месяца. Свитер итальянский, премиального качества и 100% шерсти. Все вещи, которые я буду показывать в этом ролике, в основном можно найти в продаже на моем телеграм-канале. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Вы можете перейти и посмотреть, какие вещи есть на продажу. Также я оставлю ссылку на канал одной девочки, которая тоже продает вещи из секонд-хенда, и вы можете зайти на ее канал и знакомиться. Свитер мерила вот с такой юбкой шерстяной, коричневый. Состав хороший, половина шерсти, половина синтетики. Есть подкладка, юбка очень качественная. Если кто-то хочет приобрести этот свитер, то пишите мне, контакты я оставлю. Расстроилась, когда нашла вот такой джемпер от германского бренда Betty Barclay 100% хлоп. Расстроилась, потому что она обнаружила там большую дырень. Джемпер мерила вот с такой вот ярко-красивого цвета синего юбкой. Далее примеряю пуловер кораллового цвета от Tommy Hilfiger и вот такая вот юбка. Декоративный элемент украшает пояс юбки. Всего лишь в составе 10% шерсти. Спасибо большое, Аня. Я уже все, скоро выхожу. Забавная ситуация. Новая продавщица в магазине секонд-хенд, она решила, что я там умерла, наверное, в этой примерочной, потому что я взяла вещи и так долго там крутилась, вертелась, снимала видео. Она все слушала, прислушивалась, в конце концов говорит, может, вам нужна помощь? Это секонд-хенд желает вам удачных покупок и отличного настроения. В секонд-хендах я люблю искать, находить и вам показывать вещи неординарные, таких, которых не найдешь в обыкновенных магазинах. Например, вот эта винтажная вещь. Узор в клетку, расцветка, позолоченная фурнитура. Если кого-то заинтересовала эта вещь интересная, обращайтесь, контакты я оставлю под видео. Обратила внимание вот на такое пальто. К сожалению, этикетку не смогла прочитать, она на китайском языке. Даже с помощью переводчика у меня это не получилось. Покажу вам вот такое платье от бренда Zara. 3/4 рукав на резинке, 100% вискоза. Я обожаю зеленый цвет, питаю к нему слабость, поэтому, наверное, обратила внимание на это платье. Разрез на такой на юбке и на спине тоже такой, да и декольте тоже глубокое. Ну, в общем, платье очень эффектное, красивое, но мерить его, примерять я его не стала. Я думаю, что на себе я не смогла бы его, всю красоту этого платья показать. А вот этот вот комбинезон, который держится на одном плече, можно сказать, я на себе покажу. Красивый цвет у него. Бренд, кстати, я посмотрела английский, и они выпускают одежду для особых случаев. Для торжественных случаев. Очень качественная вещь. В область груди продублирована такой липучей ленточкой, чтобы лучше держалась. Но минус это ткань, полиэстер. Хотя цвет очень красивый. Понравился вот этот дождевик. Понравился он цветом своим очень ярким, жизнеутверждающим, оранжевым. В такую дождливую
пасмурную погоду он будет повышать настроение. Я думаю, вы со мной согласитесь. Цвет у него отличный. Ну, так скажем, тоже он функциональный. Вот везде можно притянуть, чтобы не промокнуть. Классный дождевик. Вот эту яркую вещь я купила, так что если кому-то она понравилась, обращайтесь. Я напишу под видео и в первом закрепленном комментарии, как со мной связаться. Курточка от Gap. Ткань не натуральная. Подкладка очень красивая. Ну и ткань вообще такая розовая. Красивый цвет. Далее нашла вот такой винтажный это, свитшот. Прикольная такая белка, аппликация с вышивкой. Нашла в интернете еще две такие вещи, подобные, так скажем, этой вещи. Тоже свитшоты в красном-синем цвете, тоже с аппликацией. Продают их в интернете за 3,5. Я его тоже купил, если кому-то нравится, пишите. Мерю я свитшот вот с такими старыми, мне кажется, вытянутыми спортивными брюками от Gap. Вот такой расслабленный, комфортный образ у меня получился. Свитшот с аппликацией производства Англии. Следующие комплекты у меня получились более сдержанные и строгие. Блуза от COS красивого пыльного розового приглушенного цвета из 100% хлопка. Хлопок такой плотный, держит форму. И юбка из 100% шерсти от английского бренда. Юбка шестиклинка и с кофтой, они перекликаются по цвету. Потому что точно такой же цвет, как и у блузки, присутствует на юбке. Еще мне понравился вот такой вот шарфик из 100% шерсти. Показался интересным вот такой вот белый ажурный кардиган. Он тоже винтажный. Раньше на этикетке написано «Святой Михаил», но это фирма Marks & Spencer. Просто раньше она выпускала свои изделия под маркой «Святой Михаил», а потом переименовалась в Marks & Spencer. Поначалу хотела купить этот кардиган светлый для своей коллекции светлых кардиганов. Но потом нашла вот такое вот пятнышко, засомневалась, смогу ли вывести, и оставила. Частенько нахожу вещи от германского бренда Betty Barclay. Эта юбка тоже от этого бренда. В 36 размере, 100% шерсть. На подкладке юбочка, клетчатый орнамент у нее. Но я ее оставила, хотя юбка неплохая. Вот это платье 100% хлопка мне показалось немножко странным. На вешалке иногда вещи смотрятся интересно, но когда примеряешь, черти что. Но, возможно, на ком-то она будет смотреться, конечно, интересно. Но на мне неудачно. Вот такой вот кардиган, накидушка. Яркий, красивый цвет у него, 100% вискоза, есть карманы. Мне он очень понравился. Итальянский бренд, кстати, неплохой, изготовлен в Италии, кардиган. Далее покажу вам вот такую подборочку вещей. Из коротких юбок и шорт, и из топов и кофточек.
Первая вот такая вот маечка. Состав у нее, казалось бы, хороший. Лен с катоном. И цвет неплохой. Но вот тактильно на коже мне она совершенно не понравилась. Какая-то колючая, некомфортная. Вот все-таки вещи нужно примерять, чтобы почувствовать, как они будут ощущаться на теле, так скажем. И сможем ли мы их комфортно носить. Вот эти шорты винтажные, я их купила, мне они очень понравились. Я их буду летом носить, возможно, на велосипеде в них буду кататься. Но к ним еще нужно будет футболку какую-нибудь подобрать. Вот это от Ralph Lauren юбочка. Мне она не понравилась, я ее как-то не совсем поняла. Дизайн сомнительный для меня показался. Интересно, вот такая вот блузочка красная, которая висела в секонде 3, наверное, коллекции подряд. Когда я увидела бренд, я прям заулыбалась. Это дизайнер Саванна Миллер, сестра известной поп-певицы, по-моему, или актрисы, она Сиена Миллер. И они вместе вот эту вот коллекцию создавали. В 15 году она вышла. Так что что только можно найти в наших секондах интересного, просто уйма интересных вещей. Далее вот такая вот кофта, тоже 100% вискозы. Она, понимаете ли, скорее всего, как домашняя одежда. Я мечтаю подобрать к ней низ. А вот эти шорты тоже дизайнерские, супер находка, я считаю, я их купила. Кому интересно, можете мне написать, я их продам. Они классные. Они из полиуретана, но там есть добавление и натуральной кожи. Мне кажется, из-за этого они будут даже более прочные, носибельные. Они в золотом таком, знаете, в металлическом каком-то исполнении, дизайне, цвете. Мне кажется, их можно круто стилизовать, кто умеет. Шорты сейчас мега актуальны, кстати. Я же тут прям про тренды заговорила, хотя сама вообще не модница ни разу. Но они очень крутые. Так что пишите, контакт оставлю, если кому это интересно. Далее телесный полупрозрачный топ, удлиненный, из 100% шелка. У него есть нюанс. Его хозяйка решила, что он слишком широк, и она отдала его в ателье заузить. Почему в ателье? Потому что видно, что все сделано очень аккуратно, очень качественно, и даже на первый взгляд даже не видно, что топ переделывали. Вот, но он очень телесный, такой, мне кажется, для базового гардероба очень даже классный. Летом ему можно найти очень хорошее применение. Спинка удлинена довольно-таки заметно. Ну, в общем-то, я тоже его купила, он у меня продается. Если кому-то эта вещь покажется нужной и необходимой, и интересной, пишите. Нашла кардиган, по тону перекликается одежда, которая сейчас на мне. Сначала хотела его надеть на себя, но потом передумала, решила похулиганить, вот так его повязала поверх топа. Еще одна интересная мини-юбка, английский бренд. Решила купить ее, потому что я сейчас планирую путешествие на тропический остров в Индийском океане. Я решила, что когда поеду в отпуск, я ее заберу с собой, буду ее там носить. Так, вот такая футболка мне понравилась. Да, вот эта юбка такая строгая, офисная. Я ее купила. Она мне показалась интересной, по крайней мере. Возможно, кому-то, если она понравилась, пишите, опять же. Я ее с удовольствием вам продам. Она качественная. Все у нее замечательно. И подкладка, и пояс, и дизайн, и, я так думаю, и ткань, и полосочки на ткани интересные. Так что пишите. А далее комплект в золотисто-таком бежевом цвете. Это платье трикотажное от Massimo Dutti. Нашла небольшую зацепку, поэтому его не купила. Но мне, кстати, понравился. Зацепку можно было легко исправить. Но лентяйка я.
знатная. И решила не брать это платье. Хотя мне оно понравилось. И вот такой вот вязаный, теплый, классный жакет. Или кардиган, или как это правильно назвать. Ленточки у него завязки. Одевается он так на запах. Ну, оригинально, согласитесь. С такими рюшечками. Теплый. Вообще, пряжа там очень натуральная, качественная. И по тону они прям совпали. А это в морском стиле. У меня получился комплект. Эту футболку в морском стиле я померила с брючками или джинсами. Не знаю, как правильно, от Gap. У меня они великоваты, и, кстати, у меня белых джинс уже двое. Это яркая футболка от Desigual. Такая удлиненная. Ну, удлиненная она на мой рост. Далее комплект цвета хаки брюки. Но мне они маловаты, потому что они защипами вообще на талии, но защипы так расходятся на животе, что понятное дело, что брюки мне маловаты. Ткань не натуральная. И по цвету к ним подобрала вот такой вот жакет. Он льняной. Вот. Сейчас, кстати, лен очень востребован, но его днем с огнем не найдешь. У меня в продаже есть один блузон льняной, тоже он цвета хаки такого. Я не понимаю, почему никто не хочет его купить. Мне кажется, он интересный. Он на статную, высокую женщину, девушку. И его тоже очень можно классно с чем-нибудь сочетать. И с брюками, и с юбками, и с шейным платком с каким-нибудь. И с каким-нибудь лонгсливом. Я не знаю, мне... Кстати, заходите в мой телеграм, на мой телеграм-канал, где я продаю вещи, и вы там можете его найти. Вот эту вот блузку укороченную я купила, она 70-х годов, самопошив, мне она очень понравилась. Я ее буду с удовольствием носить, скорее всего, с джинсами, наверное. Очень, ну, понравилась мне эта вещь. Я люблю, если мне вещь нравится, я покупаю с удовольствием, потом ее ношу. Продолжу я свой разговор о трендах. Вот еще вот вам один сейчас будет. Вот как раз он. Видите, какая активная аппликация. Просто блестящая. Причем она из каких-то страз. Я даже не знаю, из чего она. Она очень большая. Такая прям ткань сама на футболке очень тоненькая. Но вот эта вот аппликация на плече просто богатейшая такая. Тяжеленная. И интересная, классная. Да, вот это вот как раз тоже тренд. Вот такие вот на тканях аппликации. Померила я эту футболку вот с такими шерстяными шортами с высокой посадкой. У них складки есть. Да, кстати, вот показываю как раз вот это вот украшение такое на плече интересное. Так что в секонде можно найти очень много трендовых и современных вещей. Я уже говорила, что я нечастый гость в нашем саратовском сетевом секонд-хенде центра моды, но запекаю все равно туда и нахожу там вещи, которые и покупаю для себя, и вам вот хочу некоторые вещи показать. Вот такой вот топ 100% вискозы, очень яркий. Вот опять же интересно, такая странненькая вещичка, трикотажный, скажем так, топ. Очень плотный трикотаж, и вот такие вот цветы нашиты на нем, аппликации объемные. Это, кстати, тоже тренд. Что-то меня сегодня понесло на тренды. А вот так подобие такой юбки я уже мерила в начале. Это вот бархатная с такими вот кружочками яркими, акцентными.
Эту юбку я не примеряла и просто вам показываю. А вот эта последняя вещь сегодня на примерке. Очень жалею, что не купила этот жакет. Мне он очень понравился. Ну, и он стоил 300 рублей. Вот как можно было не купить? В составе лен. Он делает фигуру, потому что у меня ни бедер, ни попы, так скажем, нет. А он как раз эти места как-то немножко преувеличивает. Преувеличивает. Ну, не знаю, мне кажется, на мне неплохо он сел, и можно было бы его носить. Хотя вот в области рукава мне он что-то не очень понравился, как он на мне. Но именно вот талия на месте, и вот эти складочки сзади, и он делает мне талию, мне понравилось. Но не купила. Частенько я жалею о вещах, которые я не купила. Ну ничего, будут другие вещи. Тех, кто досмотрел до этого момента, с теми хочу попрощаться. Пожелать всего самого замечательного. Спасибо, что смотрите на меня. Всем пока и до скорых встреч.